Ноутбуки Asus ZenBook 15 примечательны стильным дизайном, тонким корпусом и продолжительным временем автономной работы. Рассматриваемая модель Asus ZenBook 15 оснащена 4-ядерным процессором Intel Core i7-8565U с номинальной тактовой частотой 1,8 ГГц, которая в режиме Turbo Boost может повышаться до 4,6 ГГц. В процессор интегрировано графическое ядро Intel HD Graphics 620. Также в ноутбуке есть дискретная видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1050. Предусмотрена поддержка технологии NVIDIA Optimus, и можно переключаться между дискретной и процессорной графикой. Ноутбук оснащен 16 гигабайтами памяти DDR4-2400, которая распаяна на плате, и NVMe-накопителем емкостью 1 терабайт. Коммуникационные возможности ноутбука определяются наличием беспроводного сетевого адаптера. В ноутбуке установлено два динамика. По результатам тестирования аудиотрек получил оценку «очень хорошо». Что касается дизайна, то перед нами очень стильный ноутбук премиального класса. Максимальная толщина корпуса составляет всего 17,9 мм, а масса 1 кг 590 граммов. Корпус целиком выполнен из алюминия темно-синего цвета. Поверхность крышки отшлифована в виде концентрических окружностей. Нижняя металлическая панель корпуса матовая и закруглена по краям. На ней расположены сетки динамиков и вентиляционные отверстия. Рабочая поверхность, обрамляющая клавиатуру и тачпад, тоже матовая и выглядит очень стильно. Следы от рук на ней остаются, но едва заметные. Рамка вокруг экрана ноутбука очень тонкая, над экраном расположена веб-камера. В ноутбуке используется экранный шарнир ErgoLift, благодаря которому при открытой крышке клавиатура автоматически приподнимается и встает под наиболее удобным для печати углом. Еще такое решение улучшает охлаждение и звучание устройства. Максимальный угол открытия экрана в ноутбуке составляет примерно 140 градусов. Толщина крышки составляет 6 мм, но при этом она достаточно жесткая и не прогибается при нажатии, а шарнирная система крепления к корпусу обеспечивает достаточную прочность на изгиб. На левой грани корпуса расположен порт USB 3.0 и комбинированный аудиоразъем. На правой – порт USB 3.1 Type-C, порт USB 3.1 Type-A, видеовыход HDMI, слот для карт памяти microSD, разъем питания и два миниатюрных индикатора состояния ноутбука. Открутив несколько винтов, можно снять нижнюю панель и получить доступ к накопителю, Wi-Fi-модулю, аккумуляторной батарее и системе охлаждения. В ноутбуке используется клавиатура островного типа с увеличенным расстоянием между клавишами. Символы золотистого цвета, хорошо различимы на черном фоне клавиш даже при плохом освещении. Основание под клавиатурой жесткое, при печати она не прогибается. Ход клавиш слегка подпружиненный с легкой фиксацией нажатия. В целом, клавиатура очень удобная для работы. Есть трехуровневая подсветка. В ноутбуке используется тачпад с имитацией нажатия на клавиши и с поддержкой технологии защиты от случайных прикосновений ладонью. Работать с тачпадом очень удобно. Диагональ экрана ноутбука, выполненного по технологии IPS, равняется 15,6 дюйма, а разрешение 1920 на 1080 пикселей. Углы обзора очень широкие. При взгляде на изображение под углом по горизонтали и вертикали цвет почти не искажается. Система охлаждения ноутбука включает в себя два низкопрофильных охладителя, связанных друг с другом тепловыми трубками. Один охладитель установлен на процессоре, а второй — на дискретной видеокарте. В режиме простоя ноутбук вообще не шумит, поскольку вентилятор не включается. В режиме стрессовой загрузки уровень шума поднимается до 35 дБ. Таким образом, даже при максимальной нагрузке уровень шума остается комфортным. Несъемная батарея обеспечивает до 9 часов 54 минут автономной работы при просмотре видео и до 15 часов 49 минут при работе с текстом. Время автономной работы ноутбука очень продолжительное. Его вполне хватит на 1,5-2 дня работы без подзарядки. Что касается производительности, то ноутбук справляется с повседневными задачами и играми с простой графикой. Обновленный Asus ZenBook 15 – это стильный, тонкий и легкий ноутбук премиального класса с хорошим экраном и очень продолжительным временем автономной работы.
Хотя стоимость рассмотренной конфигурации равняется примерно 145 тысячам рублей, цены на ZenBook UX533 стартуют от 82 тысяч, что по меркам премиального сегмента ноутбуков не так уж и дорого.